Беренгар, загадочный ведьмак и изгой. Наконец-то я нашел его. Что тебе нужно, ведьмак? Я довольно долго искал тебя, Беренгар. У меня есть к тебе вопросы. Ты не ищешь легендарный доспех? Твои вопросы подождут, потому что тут сейчас будет Вихт и несколько Брукс. Справишься с ними? Я уже не ребенок. Ха-ха-ха! Ну давай, играй в крутого парня. Как говорит этот старый пердун Весемир, подеремся, увидим. Я слышу, как они идут. Будь готов. Я с самого детства готов. Каэр Морхен об этом позаботился. Неплохой стиль, но он несовершенен. Во время полупируэта ты оставляешь пах незащищенным. Не думаю. Я тебе покажу, когда мы отсюда выберемся. Я не намерен обсуждать фехтование. Что тебе известно о саламандрах? Ха-ха-ха-ха! Прямо к делу. Знаешь, что меня смешит, Геральт? Нет. Ты. Такой ведьмачистый, такой быстрый, такой самоуверенный. С таким непоколебимым чувством справедливости. Думаешь, ты лучше меня? Не знаю, но я не хочу драться с тобой. Ха-ха-ха-ха-ха! Кодекс это воспрещает! Ха-ха! Осторожно, они снова идут. Ты
Легкое дело. Беренгар, я не дам себя убить нескольким альпам. Давай поговорим. Заставишь меня? Не собирался этого делать. Я думал... Что поскольку мы оба ведьмаки, мы сможем прийти к какому-то решению? Как по мне, так вы все ничем не лучше негодяя профессора. Ты просто больший лицемер. Так ты все-таки работал на Саламандр? Я такого не говорил. Черт. Закончили. Будем говорить? Хорошо, но не здесь. Идем наружу. Садись у моего костра. Ладно. Поговорим у костра. Теперь можем говорить. Давай начнем сначала. Как ты связан с саламандрами? Ладно. История проста. Я никогда не был героем. Они нашли меня некоторое время назад, и тогда профессор сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Ты знаешь, помогай нам, или мы тебе скормим твои же яйца. Я сделал то, что пришлось делать. Забавно. Они мне напомнили вас, ведьмаков. Никогда у меня не было выбора, что с вами, что с ними. Сперва ведьмаки сделали из меня мутанта, а потом профессор сделал из меня преступника. Вдвойне изгой. Я бежал при первой же возможности. Они от меня ничего не получили, я никого не продал.
И вот я пришел сюда. Ты говорил о несовершенстве моей защиты. Да. Пах открыт. Даже младенец бы заметил. Я даже знаю, почему открыт. Почему? Для полупируэта нужны обе ноги. А тебе когда-то ногу сломали, да? Возможно. Такова жизнь. Живи мечом, от меча и умрешь. Ты говорил о доспехах. Ты не знаешь этой легенды? Я думал, каждый ведьмак ее слышит, раньше или позже. Расскажи. Легенда, как и положено, рассказывает о великом воителе и его деяниях. Это даже скучнее, чем Лютикова баллада о тебе, что почти невозможно. Оказывается, наш герой, хоть он и носил доспехи, использовал ведьмачью технику боя. Может, он сам был ведьмаком? Кто знает? Звучит весьма увлекательно. Звали его Ворон. Он был связан с какими-то гномскими изобретателями, которые посрамили технические знания краснолюдов. В своих тайных мастерских под горой Карбон они создали доспехи, легкие и прочные. Просто идеальные для ведьмака. Легендарные доспехи. Кажется, пора попробовать себя в роли кладоискателя. Удачи. Я подозреваю, что Ворон похоронен в них. Я давно обыскиваю кладбище и склепы в надежде их найти. Кто может мне рассказать побольше о самих доспехах? Местный кузнец-изобретатель, он знает легенду. Он также украшает оружие для эльфов. С эльфами поговори. Так я и сделаю. Да? Говорят, что ты пытаешься разрешить конфликт между людьми и водяными. Они прислали тебя, чтобы разорвать мой контракт? Ладно, забирай его. Какой контракт? На заключение мира между людьми и водяными. Обе стороны пришли ко мне. Но я не собираюсь с этим возиться, а эта работенка вполне под стать твоей легендарной святости. Мне показалось. Или я слышал в твоем голосе зависть? Не льсти себе. Я просто презираю таких людей, как ты. Вернемся к теме. Как по мне, нужно разделить стороны, и тогда будет мир. Где я могу найти мирного жреца водяного? Около алтаря владычицы озера на берегу. Иногда догонопоклонники отгоняют его, так что есть вероятность, что тебе придется подождать. Понятно. Да? Будь здоров.
Геральт? Я возьму на себя работу Беренгара. Я разберусь с этой проблемой. Послушай, у меня ужасно много дел. Я планирую собственную свадьбу. Ты представить себе не можешь, сколько времени отнимают приготовления. Зайди как-нибудь позже. Я здесь по поводу объявления. Куплю все шкуры Василисков, которые у тебя есть. В Изиме нынче мода на обувь из кожи рептилий. Если появятся еще шкуры, я к тебе зайду. Поторопись, мода быстро меняется. До свидания. Нет, это непростительно. Геральт? Как поживает новая баллада? Это поэтический шедевр. Шокирующий, романтический, о! А сюжет? Захватывающий, взят из жизни. Трубадурам не обязательно что-то выдумывать. В жизни достаточно прекрасных сюжетов. Напишешь о крестьянах, работающих в поле? Лютик, что-то ты темнишь. Я ж тебя знаю. Скоро ты обо всем узнаешь. Бывай. Что за день?